выбирай метод для разворота за регулируемым перекрестком. Стой. Едем по развязке. Там же не будет больше места. Насколько помню. Или не помню. Нет, не помню. Там же не было светофора. Не было ведь? Где? Здесь мы приехали. У тебя завтра экзамен, я не знаю. Ну, глаз у меня будет набитый, если мне набьют его из-за того, что ты едешь вот 50 километров тут. Не 50, 55. Возможно, даже 56. Все равно набьют. Будет у меня глаз набитый. Чину на, не? Поехали, не бойся. Подумаешь, нам три машины чуть не влетело, да? Выбирай место для остановки. Ну-ка, радость моя, команду повтори. Выбирай-ка место для остановки. А, перед этим. Найти место для разворота после регулируемого перекрестка. Угу. А, я поняла. Что ты поняла? Ну, я когда там проезжала, я обратила внимание на то, что проехали мы все пешеходные переходы. И развернула их на перекрестке. Мне надо было проехать этот перекресток и развернуться дальше. Вот моя логика. Это правильная логика. Ты не сдала бы экзамен. Ты не выполнила требования. Поехали. Там был перекресток. Ты на перекрестке развернулась, а должна была за ним развернуться. Так я тебе и говорю, я забыла о том, что у меня было такое задание, что надо за ним. То есть, получается, там действительно были все пешеходные переходы, да. И я должна была за этим перекрестком, да, развернуться. Да, да. Я просто забыла, что нужно за ним. Ну вот не забывай. Немножко. Поняла, да? Да. Самое, что обидно, это вы все так делаете. Все.